Всем привет, чувачки, с вами Мил Скейл. Сегодня мы будем угадывать возраст по фотографиям. Поехали! А для моих подписчиков с Киева есть хорошая новость. Ребята из NOAUR организовали дневной лагерь The Camp, в котором вам помогут выбрать профессию. За смену вы сможете сделать проект по специальности, будете ездить в крутые компании и вузы, узнавать все про ЗНО. И поймете, что вы действительно хотите и можете делать круто. Ссылка на лагерь в описании. Итак, первая девушка. Ну смотрите, она такая прикусывает пальчик, показывая свою сексуальность. Ну значит, она уже старше 15 хотя бы. Она довольно ухоженная, у нее бровки выщипаны, нарисованы, реснички накрашены, лицо заштукатурено, маникюрчик сделан. Значит, ну ей лет 18. Ну я думаю, да, лет 18-19. 17! Ну, в принципе, я был рядом, потому что, ну, 17, как-никак, это рядом возле 18 и 19. Идем дальше. Девчонка на вид уже совершеннолетняя. Ей лет 18, я думаю, 16 может. По виду она подросток, но она очень хорошо ухаживает за собой, поэтому, ну, ей 16. Давайте 16. 14. Я не понимаю, как так. Итак, идем дальше. Девчонка с виду довольно взрослая. Она даже немножко похожа на Катю Клэп. Ну, ей лет 23. Ну, давайте 23 года. Вот она 100% похожа на 23 года. Где этот сайт нашел таких 15-летних красавиц? Ребят, пишите обязательно в комментарии свои результаты. Может, вы хотя бы угадывали. Но вот я не могу угадать. Вообще никак. Так. Воу, ей лет 18 точно есть. Ну, давайте, смотрите. Если ей 18, ставим 16. Ей 16 лет. Не спрашивайте, в чем моя логика, но я считаю, что лет 16 ей есть. 17. Опа-па. Говорю 18, ставлю 16, а ей 17. Знаете, это прикольно. Вот на вид никак не определишь, сколько девушке лет, потому что девушки от 17 до 35 могут выглядеть одинаково, смотря как за собой ухаживают. Под номером 5 у нас 16-летняя красоточка. Ну или 35-летняя, которая ухаживает за собой. Я ставлю ей 16 лет. Поехали. 13. 13 лет. Я вспоминаю своих одноклассниц в 13, и мне слезы наворачивают. Во-па-па-па-па. А вот эта картинка уже с подвохом. Блин, тут может быть и 12. Давайте поставим 14. Да нет, подожди, какие 14? Я что, дурак? Давайте, ну вот тут явно 18. Давайте 18. Нет, давайте 19. 19. 15 лет, 15. Я теперь точно уверен, что не могу угадать возраст по фотографии. Вот сейчас девчонка, ей на вид 20. Потому что я вижу, какие девушки ходят по улицам, им явно 20-ка. Но эти девчонки, я так понимаю, с Америки. И вот как определить, что ей есть 20-ка? Давайте вот 16. Вот есть 16? 17. Вот хоть рядом, но угадал. Но тем не менее, я еще не угадал ни одну девчонку. Меня это настораживает. А, йоу. Да тут и 35 можно сказать. Давайте ей... 17, давайте. Ну вот, мне кажется, 35, но давайте 17 скажем. 14. Как так-то-то? Так. Чё? Ну, девушка, видно, что ухаживает за собой. Ходит в спортзал. Это можно заметить по накачанной попе. Каблуки уже довольно взрослые. Ну, ей на вид, ну, 20. 20, да. 35! Чего? Я даже собаку не могу угадать. Что со мной не так? Идем дальше. Этой девчонке... Мне одному кажется, или она на Шурыгину похожа? Ну, судя по... Явно не 14. Ей давайте вот 17. 17, я больше чем уверен. Похоже на мою сверстницу. 14. Девушки, давайте вот договоримся, что до 18 вы так не краситесь, иначе будут неловкие ситуации. У меня вопрос. Хоть кто-то из вас угадал возраст? Если угадали, напишите обязательно в комментарии. Ну, у меня немножко шок. Так, вот тут по... Явно видно, что ей лет 14. Тут сразу такой. Тебе 14. Чего? 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 21? Этой девчонке на вид видно, что 15 лет. Ей 15, потому что это типичный тинейджер в Америке. Я был рядом. Походу, я уже что-то понимаю. Так, этой... Не скажи, нигер. Девочке. Лет 17. Ей 17. Я даю ей 17, потому что видно, что ухаживает за собой. 15. Я был рядом, так что я уже что-то шарю. Этой девочке, если ей не 18, то меня можно посадить на 8 лет. 18! Я не сяду! Вот сейчас у меня просто счастье. 18 лет, я угадал. Итак, последняя девчонка. Ей на вид 19. Но я поставлю 16. Была не была. 14. Ей на вид 19. Алло! Как в 14 лет так можно красиво выглядеть-то?
Мне вот 17, через полмесяца будет 18, а на вид 14 лет. Тут явно природа накосячила со мной. Итак, конкурс. Кто хочет сигну от меня, будет ссылочка в описании на мою страничку. Там будут условия, чтобы получить сигну от меня. Так что, если вас интересует, ссылка в описании. Ладно, чувачки. Ладно. Ладно, чувачки, но если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписываемся на канал, вот этот кружочек. Ну а с вами был Милскел. Всем удачи, всем пока. Люблю вас, чувачки. Пока-пока-пока. Пока.